Цена рейса завершена. Самолет должен вылететь из Казани в 9 часов вечера. Продолжим. Татарстан и Азербайджан готовы сотрудничать в нефтяной промышленности и финансовой сфере, отметил сегодня премьер-министр Ильдар Халиков. Он находится в Кавказской республике с рабочим визитом. Глава правительства встретился с Ильхамом Алиевым, передал приветствие от имени президента Татарстана Рустама Миниханова и госсоветника Ментимера Шаймиева. Позже Ильдар Халиков возложил цветы к памятнику Гейдара Алиева и Вечному огню. На аллее павших героев члены делегации почтили память жертв трагических событий 1990 года, когда в результате подавления политической оппозиции погибли 137.